Добрый день, уважаемые зрители нашего канала Ник Фогель и те, кто постоянно подписан на студию ДТВ Бюльбек. Сегодня показываем, как я обещал, готовность пляжей северной стороны города Севастополя к курортному сезону. Сегодня 14 июня 2020 года. Завтра, 15-го, открываются официально все пляжи, в понедельник. Сегодня выходной день. Начинаю вам показ Любимовского пляжа. Направление в сторону Качи, Орловки. Вот видите, камни, да? Камни. Вот за камнями находится нудистский пляж. Туда мы не пойдем. Фильм у нас сегодня не об этом. Далее пошел Солдатский пляж. В нашу сторону приближение сюда вот. Сейчас я вам покажу дальше. Солдатский пляж, так называемый. Вот. Ну и пляж гарнизона Бюльбек. Практически до профилактория. Видите состояние, сколько людей. Чистота пляжа, это вы видите все. Но нигде на этом пляже, нигде, как вы уже заметили, нигде не видно кабинок для переодевания и так далее, потому что, скорее всего, эта часть пляжа не взята в аренду. Соответственно, и туалетов здесь тоже нету. И пойдем дальше. Идем дальше вдоль нашего пляжа. У нас тут яхточка же есть, стоит. Кто прибыл к нашим берегам на яхте. Там за яхтой далеко-далеко корабль стоит. В этом время гранищики. Это пляж Любимовки, дальше пошел, там городской пляж, приблизи немножко. Это вот городской пляж уже пошел туда вот. Дальше пляж Дол Радость. И пляж, это самое, вот этот пляж Любоморья, пляж Горизонт, база отдыха. Ну, сейчас поближе туда подойдем, посмотрим, есть ли там кабинки для переодевания и туалет. Это самое важное на сегодня. Народу немного, хотя ветер южный, вода еще не совсем не прогрелась, градусов 20 где-то. Продолжаем нашу съемку. Пляж Любимовка. Это конечный маршрут 52 по северной стороне. Я что-то не вижу ни одной кабинки для переодевания. Может быть, вы видите? Появилась горка. Ну, машин сегодня не так много, но забита стоянка, как всегда, полностью здесь. Открылись торговые точки на пляже. Сегодня ветер, но в последнее время
Ну освежает хорошо, да? Ну, освежает хорошо? Освежает обалденно. Ну, в основном все хорошо, замечательно. Море чистое, чудесное. Глаза открываешь, когда ныряешь. Вы слышали рекламу наших гостей? Уже кафешка открылась, тут тоже работает, так понимаю, рекламу найдет. Что там они предлагают, посмотрим. Сейчас предлагают чисто время. А вот грузинская кухня от шеф-повара. Вот у меня за спиной частный туалет. Хоть так, и то спасибо. А вот и перечень блюд, которые предлагает эта кафешечка. На внутреннем дворе этой кафешечки есть в таком стиле, но есть. Сейчас я нахожусь на пляже Дол Радость. Видите, пока пионеров, как у нас говорят, детишек не приехало еще. Они будут, так понимаю, с 1 июля. Пляж пустой, ну, местные отдыхают, там приехали. Пляж, в принципе, готов. У них еще время есть. Речка Бельбек. То место, где она впадает в Черное море. Видите? Когда дождей нет, то русло очень узенькое, маленькое. За ней пляж Любоморья. Ну, сегодня народ есть, конечно, не выходной. Ветер плотный, с юга. Ну, такой не жаркий, не холодный, такой прохладный ветерок. Насчет питания в Любимовке тоже все нормально. Любая кухня, я вам показывал, грузинская. Тут, видите, шаурма, пончики. Там еще кафешки есть разные. То есть голодными не останетесь. Ближе всех к пляжу находится гастроном 24 часа. А тут на площади магазины разные. А мы находимся на конечной 52-й маршрутке города Севастополя. Здесь автобус разворачивается. Вот это вот у нас кафе, ресторан, магазин. Это проход, проезд пляжа туда. Видите, машины пошли туда, да? Вот. Здесь куча магазинов. И есть еще аптека. В случае вам плохо станет, можно в аптеку сходить. Купить то, что нужно. Далее там гарнизон Бельбек, так называемый. И рядом по правую сторону от самолета куча магазинов. На любой вкус. Здесь же на площади есть торговый комплекс Товчищев Щепит, так называемый кафе-ресторан. Парикмахерская и все остальное. А кто здесь раньше отдыхал, помнит, было такое кафе здесь, два пилота магазин. Сейчас выглядит это все вот так. Те самые магазины на территории гарнизона Бельбек. Тут есть и овощи, и хлебные, и все, что хочешь. Рекомендую магазин вот этот крайний. Я постоянно в нем затариваюсь. Где он? Вот он. Нет, не там, вот он. Вот про этот магазин я имел в виду. Коричневой крыши рядом со стройматериалами. Там всегда свежие продукты, цены приемлемые. Я в основном в нем покупаю. Есть у нас и мясной магазинчик в полуподвальчике.
Есть и такой магазинчик. Есть на территории гарнизона и такие вот магазинчики. И такое вот кафе. Сейчас мы заглянем в это кафе, посмотрим. У нас молочный магазин. Да, видите, по специальной программе продукты здесь. Как мы видим, подъезд к пляжу еще не готов. Хотя завтра уже открытие его. Делают, трамбуют, укатывают. Площадка большая, выравнивают, отсыпают, укатывают. А пока работы не закончены, а завтра уже 15-е. Мусорные баки полные. Вот тут должен быть туалет, сколько я помню. Пока ничего не вижу. Некоторые машины прорвались сквозь то, там где делают, строят. На самом пляже, сами понимаете, а с машинам подъезд нету, значит народу очень мало. Одна раздевалка на весь пляж. Ну и пока тишина здесь. Мы находимся на пляже базы отдыха «Горизонт». Пляж «Лебёдка».
Здесь же на пляже можно и покушать. Это наш пляж Учкуевка. Машин, конечно, много, не проехать и не встать. На базе отдыха можно припарковаться. Это тоже Учкуевка, пляж, но уже в сторону Любимовки. Мы заканчиваем нашу экскурсию по пляжам северной стороны. Как всегда, пляжем Толстяк. Что удивительно, здесь за горой затишье, ветер южный, и здесь не чувствуется этого ветра за горой. Полный штиль на пляже. Пляж Учкуевка, но с другой стороны. Вот он. Пляж Учкуевка. Успел закончить съемку и пошел дождь. Утром влажность была 95%. Ожидался дождь. Вот он и пришел. Время 12:55. Северная сторона, Радиогорка, начался дождь. Мы въехали в Любимовку, как всегда. Если на северной, в Радиогорке где-нибудь дождь, то в Любимовке дождя не будет. Видите, асфальт сухой, дождя нету. Вот еще капли остались с предыдущего. Все, Любимовка — сухое место. Машин уже много стало. Видите, здесь стоит припарковано возле Любоморья. Народ подъезжает, уезжает. То есть процесс пошел.